Фестиваль «Премия года 2015» стал в сельском поселении Назаревское главным отчетным мероприятием. Номинанты – обычные жители, которые проявили активную жизненную и гражданскую позицию в сфере культуры и спорта. Как и полагается, гости и участники праздника проходили по красной ковровой дорожке, которая расстилалась прямо от входа. Здесь каждый мог почувствовать себя настоящей звездой. Глава сельского поселения Марина Шибанова дала старт новому проекту, выразив надежду, что проведение премии года станет ежегодным. Сегодня в этом зале мы даем старт новому и, не побоюсь этому слову, амбициозному проекту «Премия года сельского поселения Назаревское». Что это за проект? Это проект, в рамках которого мы можем отметить каждого, кто отличился в этом году. Подарочные сертификаты вручали глава поселения, Герой России, депутат Московской областной думы Лариса Лазутина и главный редактор журнала «Русское слово». В этом году номинаций было 3 – спорт, культура и молодые семьи. Я хочу сказать слова благодарности всем нашим педагогам, тренерам, безусловно, родителям за тех детей, которые мы сегодня увидим, и моих коллег, которых я сегодня награжу. Мне хочется вам пожелать, чтобы вы не останавливались на достигнутом. Чтобы вы думали о том, что первое очередное – это тренировочный процесс. И он очень значим в достижении высоких целей. Все те, кто прославлял Назарево на соревнованиях и культурных мероприятиях различного уровня в течение года, получили свои заслуженные подарочные сертификаты в виде денежных премий. Награждение победителей сопровождалось большой концертной программой, которая вызывала восторг и бурю аплодисментов. В сельском поселении Назаревское надеется, что премия года станет хорошей и доброй традицией. Для жителей это отличная возможность заявить о себе, пообщаться с известными и очень талантливыми людьми. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».